загрязнение окружающей среды, результат бесконтрольного развития цивилизации. Мы в опасности. Можем ли мы это изменить? Да, можем. Здравствуйте, меня зовут Николас Мор. И сегодня я хотел бы показать вам, что вы можете больше не бояться такой картины. По крайней мере, в вашем доме. Потому что международная компания Цептер Интернациональ нашла решение. Сегодня от имени Цептер Интернациональ и 130 тысяч сотрудников мы поможем вам узнать, как можно защитить себя и своих близких от всех видов загрязнения воздуха, которое отнесено Управлением по охране окружающей среды к одной из пяти наиболее опасных причин возникновения различных заболеваний. Но сначала позвольте рассказать, кто мы такие. На пяти континентах, более чем в 40 странах, более 320 тысяч квадратных метров бизнес-пространства, более 760 миллионов единиц проданной продукции, более 80 миллионов довольных покупателей. Международная компания Цептер Интернациональ одной из первых обратила внимание на опасности, угрожающие здоровью человека в современном мире. Взяв за источник вдохновения саму природу, мы создали продукцию, известную своим высоким качеством, передовыми технологиями и стильным дизайном. И все это ради благородной цели – сохранения здоровья. Наши товары, отмеченные различными наградами, производится на 7 заводах, расположенных в Германии, Италии и Швейцарии. Каждые 10 секунд где-то в мире начинается новая презентация продукции от Цептер. Итак, как же сама природа борется с загрязнением окружающей среды? В природе мощным оружием против загрязнителей воздуха являются озон, гидроксильные радикалы и отрицательные ионы. Озон и гидроксильные радикалы – это наиболее эффективные природные компоненты, способные нейтрализовать плесень, бактерии, вирусы и другие загрязнители воздуха. Гидроксильные радикалы часто называют очистителями воздуха, так как они вступают в реакцию со многими загрязняющими веществами, тем самым помогая устранить их. Жизнь на Земле была бы практически невозможна без гидроксильных радикалов. Они играют решающую роль в процессе самоочищения атмосферы от многих загрязняющих веществ. Наука доказала, что воздействие положительных ионов вредит нашему здоровью. Отрицательные ионы, наоборот, благотворно влияют на него. Положительные ионы могут вызывать усталость и при длительном воздействии привести к различным заболеваниям. Отрицательно заряженные ионы способствуют повышению уровня физической энергии, улучшают кровоток и обмен веществ, укрепляют защитные силы организма, предотвращают многие болезни, уменьшают проявление аллергии, астмы, респираторных и других заболеваний. Но где их найти? Где чаще всего их можно встретить? Самая большая концентрация отрицательных ионов за городом, в горах, около водопадов и на морском побережье. Но в условиях стремительного ритма нашей жизни, сколько раз в год мы можем побывать в этих местах? Один, возможно, два раза. В общей сложности максимум 20 дней в год. К сожалению, жизнь в современном обществе ограничивает наше свободное время все больше и больше, постепенно делая нас узниками нездоровой городской среды. Мы понимаем это, и поэтому часто хотим остаться дома, не выходить на улицу. Но безопасен ли наш дом? Количество вредных веществ в наших домах, таких как пыль, клещи, плесень, пыльца, насекомые и химические вещества, выше, чем на улице, 4, 10, а иногда даже в 100 раз. Они попадают в крошечные клетки наших легких, альвеолы, оседают на их стенках, что со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Такие маленькие частицы и такой большой враг для людей, страдающих от астмы. Размер частиц, попадающих в воздух при курении, составляет 0,1-2 микрона.
Конечно, некурящий человек, проведя 1 час в комнате, наполненной табачным дымом, вдыхает столько же дыма, как если бы он выкурил 1 сигарету. Пассивное курение, особенно у детей, может вызывать раздражение кожи, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а в некоторых случаях даже стать причиной рака. С развитием технологий новые современные здания стали строить из более дешевых материалов, которые выделяют токсичные вещества. Строительные и изоляционные материалы, кондиционеры, напольные покрытия из ПВХ, пластиковая и стеклопластиковая мебель, современная оргтехника, факсы, фотокопировальные аппараты, мониторы, принтеры — это все источники токсичных веществ в наших квартирах и офисах. Хотите узнать больше? Астма. Недавние исследования показывают, что более 100 миллионов человек во всем мире страдают от астмы. Их число увеличивается каждые 10 лет на 50%. В 2010 году каждый 10-й человек страдал от этой болезни. Каждый год более 180 тысяч человек умирают от астмы. За последние 10 лет количество умерших от астмы только среди детей в возрасте от 5 до 9 лет увеличилось в 5 раз. Вы хотите быть частью этой статистики, или вы хотите что-то с этим делать? Следуя нашей миссии здоровья, мы предложили решение этой проблемы. Для защиты здоровья человека от все более агрессивных загрязнителей воздуха команда специалистов компании Цептер Интернациональ создала Therapy Air Ion. Идею создания этого прибора, как и другой продукции международной компании «Цептер Интернациональ», нам подсказала сама природа, которая является источником хорошего здоровья и долголетия. Команда специалистов «Цептер» просто позаимствовала формулу здоровья у природы и использовала ее для создания этого современного прибора. Он имеет 5-ступенчатую систему фильтрации. Мощный вентилятор засасывает воздух из помещения и пропускает его через фильтры. Система очистки воздуха включает в себя 5 разных фильтров. Каждый из фильтров устраняет определенные загрязнители воздуха. Электростатический фильтр является фильтром предварительной очистки. Он удаляет крупные частицы пыли, плесень, волосы, перхоть и шерсть домашних животных. Далее работает антибактериальный фильтр, который удаляет оставшиеся более мелкие частицы пыли, а также бактерии размером более 1 микрона и пыльцу. HEPA-фильтр эффективно собирает мельчайшие частицы пыли и табачного дыма. Противоаллергенный фильтр, который содержит смесь серебра, апатита и антибактериального средства, особенно эффективен в борьбе с бактериями легионеллами, которые особенно опасны для детей. И, наконец, угольный фильтр, который, благодаря своей огромной поглощающей способности, эффективно устраняет запах пищи, токсичные газы и неприятные запахи. Только полностью очищенный воздух, без загрязняющих веществ, может быть получен после прохождения через этот барьер. Дальше очищенный воздух направляется в следующую наиболее важную часть прибора — генератор отрицательных ионов, благодаря которому наш прибор и получил свое название. Здесь воздух обогащается отрицательными ионами, которые продолжают бороться с загрязнителями воздуха, и положительными ионами, выделяемыми бытовой техникой и другими источниками. Отлично, скажете вы. Все это очень здорово. Но что это означает? Дайте мне всего минуту, и я покажу вам, каким воздухом, по сути, вы будете дышать ежедневно, используя этот великолепный прибор. Вот немного статистики, показывающей, как концентрация отрицательных ионов отличается в разных местах. Концентрация отрицательных ионов в помещениях составляет 50-100 на кубический сантиметр. В городских районах – от 100 до 500 отрицательных ионов на кубический сантиметр. Возле транспортных магистралей – менее 100 отрицательных ионов на кубический сантиметр. За городом – от 2 до 4 тысяч отрицательных ионов на кубический сантиметр. В горах – от 5 до 10 тысяч отрицательных ионов на кубический сантиметр. После грозы их концентрация повышается до 50-100 тысяч на кубический сантиметр. Вблизи небольших водопадов – от 10 до 50 тысяч отрицательных ионов на кубический сантиметр. Около крупных водопадов концентрация отрицательных ионов является максимальной и составляет более 100 тысяч отрицательных ионов на кубический сантиметр. Поэтому, например, Ниагарский водопад считается одним из самых здоровых мест на Земле. Итак, вы готовы?
При влажности воздуха 55% и средней температуре около 24 градусов Цельсия в турборежиме работы Therapy Air Ion генерирует около 220 тысяч отрицательных ионов на кубический сантиметр. Он не только избавит вас от аллергенов и других загрязняющих веществ, защитит вас и вашу семью, но также сделает воздух в вашем доме здоровее, чем воздух вблизи Ниагарского водопада. И не просто на несколько недель, а в течение 24 часов, 7 дней в неделю, в течение всего года. Отрицательные ионы благоприятно влияют на развитие мозга в детском возрасте. Самое главное – создать для наших детей наиболее здоровое окружение. Отрицательные ионы стимулируют кровообращение. Большее количество кислорода попадает в кровь и быстрее доставляется к мозгу. Генераторы ионов способствуют повышению работоспособности на целых 30%. Об этом знают как спортсмены, так и люди, предпочитающие работать за городом. Эта наглядная демонстрация показывает эффективность Therapy Air для очищения воздуха от табачного дыма. К сожалению, меньше всего времени мы проводим на воздухе, особенно в горах или вблизи водопадов. Большую часть нашего времени мы бываем в городе, в помещениях, где сталкиваемся с одной и той же проблемой, независимо от того, работаем мы или отдыхаем. Мы уже объяснили, какие опасности несет нам нарастающее загрязнение окружающей среды и к каким заболеваниям это может привести. У нас есть выбор. Мы можем игнорировать их или что-то делать. Выбор за нами. Благодаря многолетним научным исследованиям, творческому подходу и передовым технологиям Therapy Air Ion Acceptor – это высокотехнологичный прибор с комплексной системой очистки и ионизации воздуха. Это один из наиболее эффективных, экономичных и безопасных приборов, который может защитить наше здоровье от опасных загрязнителей воздуха. Прибор Therapy Air Ion позволит вам реже обращаться к врачам, сократить траты на лекарства, поможет защитить ваше здоровье и здоровье ваших близких. Мы в Acceptor International сделали свой шаг навстречу здоровью. Теперь ваша очередь. До скорой встречи!